Вот это жуткая вещь. Это нам прислали в Средней Азии. Вы когда-нибудь видели это чудо? Кто разбирается в этой гадости? Когда я брал, я потом долго руки мыл. Представляете, уже завязались плоды, видите? Вот уже. Это где-то конец мая, начало июня сибирского. Вот эти два случая, первый и последний раз в жизни. Надеюсь, больше не было. Вот видите, я ведро подставил. Вот. Я впервые уничтожил железо, который гуманист, который, когда первые годы я находил этих самых гусениц, но зеленых, не таких. Это импорт. Вот. И я их находил и брал аккуратно, извинялся, относил в ближайший лес, ну, то есть метров за 50, и отпускал. Я отношусь с уважением. Нету злых гусениц, нету злых этих самых. Ты все одна цепочка, все жрет друг друга, и мы тоже часть этой цепочки. И когда мы ляжем в могилу, нас тоже сожрут. Понимаете? Вот, к этому надо относиться так. Не лезь. И вдруг меня спрашивали, у вас гусеницы есть? Два случая, оба зафиксированы. Оба. Вот, и я понял, привезли бабочек вместе с саженцами, куколок где-то. Вот, они выросли, отложили уже у нас эти самые. Такой мерзости я не видел никогда. Первые годы у меня гусениц много было. Я калечил деревья, как и вы. Гусениц полно было у меня. Я их изучил. Зелененькие такие, симпатичные. Вот так вот. Вот. И, к сожалению, никто с этим не борется. И мало того, что вот эти импортные мертворожденные деревья, рожденные на смерть, уничтожили наше садоводство. Помните Тоторова, которого сейчас должны были за миллион долларов выкупить его, просто сказать, все, вот миллион, не рублей, много ли купишь, а вот по миллион долларов, вот купите себе дом, а мы сейчас здесь охрану поставим, так, в забор трехметровый, и пока мы отсюда все не вывезем, ну как вывезем, еще надо что-то дорастить, что-то это, вот, чтобы Тоторова там близко не было. Вот. Это первый момент, когда он согласится стать перед ним на колени и сказать, а давайте мы вас за, ну, 1020 долларов. Ладно, все-таки бедная Россия, 10 тысяч долларов. Ладно, за 3 тысячи долларов наймем вас. И вы в своем саду продолжаете работать, а мы будем приезжать отчеты писать. Вот как сад этого Крутовского. Тогда то ли забыл Степан или Степанов. Мужик отличный, работяга. И ученые это что, приезжают. Что-нибудь делают? Нет, пишут. Он работает. Ой, у меня много фотографий. Уважаю таких. Он работает, они пишут. Ладно. Разговорился я. Короче, это никто не собирается с этим бороться. И вот на то отчаянное письмо, помните, выше, что это, спасать надо садоводство. Его и сейчас-то никому не нужно было, и сейчас тем более. Садите помидоры, садите огурцы, садите картошку. Надо спасаться. Вот. Вот это вот ассорти. Серафим Бай Рыжий. Название уже много, о чем-то говорят. Рыжий самый сладкий. Вот. Бай самый, так сказать. Ну, что повторяться. И Серафим. Он тоже самый сладкий. Только чуть меньше. Так вот, это все. Все было продано, что было в виде в сыром песке. Это на летнюю продажу. Больше нету. Если урожай будет убит. Если уж в Крыму убило 4000 гектаров. Что нам ждать после теплой зимы? Я не знаю. Вот. Я продержусь как? Нам надо держаться. Вот, я еще буду видеть, что занимаюсь. Видели? Вот. Еще вот такая банка. Еще одна такая банка. Это среднеплодные амуры, артемы. Вот, такого класса. И все. А, нет. И банок 20
20 вот таких вот. Но там уже остались маджурцы, сыновья маджурцы. Вот тех, конечно, хватит еще на целый год, поэтому с голоду не умрем. Но если урожая не будет, я бы на вашем месте лучше бы сейчас брал про запас. Они не портятся никогда. Цена полная. Вот тут я скидки делаю. Антон Валерьевич в курсе. 20% скидку мы делаем. Но это у нас рефицировано. Их осталось чуть-чуть. Это вообще осталось чуть-чуть. Вот столько осталось в этом самом, в сыром песке. В этих самых. А, то есть, видите, есть. Но продавать я их не могу. Садить в этом уже весной поздно. Кто теперь...